Добрый день, меня зовут Лысинок Евгений, я директор сети туристических агентств Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в регионе Белек и будем с вами инспектировать отель Титаник Делюкс Белек. Ресепшн отеля, весь белый, заходишь, свежий, большой. Закрытая терраса, растут деревья. Приятная атмосфера здесь, хочется посидеть в тенечке. Хотите покататься на карете? Пожалуйста, вам карета. Туда тоже снимать? Юбилей не могу здесь. Саша. А, Саша, ты вроде спортсмен, ты надо посмотреть. Стоит светофор, вот нам идти нельзя, видите, придется ждать. Ой. Ну что ж делаешь? Ты красный? Куда, Саша? На красный нельзя ходить. Бар двухэтажный. Клевый. Я думаю, вечером здесь очень интересно, когда здесь придет какой-то концерт живой музыки. Тут таких вот закуточков, где можно посидеть, отдохнуть очень много. Вот бассейн. Судя по тому, что здесь тихо, это релакс-бассейн. I just стандартный тип-номер. Душ, тропический душ. Есть весы в номере, фен. Ага, а вот фен я не вижу, наверное, он где-нибудь. Вот он фен, хороший, большой. Две кровати. Плазменный телевизор. В баре есть софт-напитки, фанта, спрайт, пиво, сок. Есть чайный уголок. Центральный кондиционер, покрытие здесь паркет или ламинат, есть коврик. Хороший, чистый, аккуратный номер. Балкон. Небольшой, средних размеров. С видом на гольф-поля, на водоемы. Отель находится в километре от пляжа. По специальной речке плавает кораблик туда. Привет! А, это мы с вами уже пришли в главный ресторан. Посмотрим, что здесь на обед. Очень много сладостей. Это только первая часть. Рыба, картошка, овощи. Быстренько пробежимся, с вами посмотрим. Вот чуть-чуть здесь сладостей, совсем little. Овощи. Все жареное на гриле. Уголок суп. Здесь лепешки. Здесь еще на гриле тоже готовят. Здравствуйте. Ресторан очень большой. Фрукты. Напротив у нас зелень. Здесь много всего. Огурцы, помидоры, лук, укроп, соусы. Любители пасты, для них отдельный уголок. Вы можете спагетти, макароны, картофель фри, пирог с сыром, баклажаны.
здесь маринованные. Сыры. Салаты. Куриный суп с лапшой, бульон со сливками, уголок диетической пищи, аквапарк, детский и взрослый там дальше, бассейны. Вот она речка, которую возят на пляж. Волейбольная площадка находится прямо на территории отеля. Площадка для пинг-понга, судя по всему. Ресторан еще один на берегу бассейна. Вот. Вот здесь вот катер. Пойдемте сейчас прокатимся на пляж. Ходит он по заполнению. Зона отдыха, лежаки. Ой, скажи. Чух. This? Мирова? Поедем кататься. Yes, hello. О, oh, еще. Hello. Ничего себе. Пляжа на лодке, и ровно 4 минуты ехать, пешком минут 20 где-то будет. Вот наши коллеги нарисовались, которые нас бросили. Пока-пока! Пока-пока! О, Женя! Здравствуйте! Здесь есть ресторан, где можно покушать. Бросили нас, да? Бросили вы нас? Вернулись, да. Сейчас выйдем на пляж, посмотрим, что там. Вот он пляж. Песок здесь мелкозернистая галька. На территории пляжа, где стоят шезлонги, шезлонги под зонтиками. А вход, видите, там есть немножко гальки. Вот такой песок. Ресторан на пляже, здесь можно покушать тоже, кто не хочет ехать. Давайте одним глазом глянем, что тут есть. Мороженое. Фрукты. Десерты. Чай, кофе. Сейчас мы посетим с вами мини-клуб.
указатели по отелю. Отель большой, можно потеряться. Игровая комната, боулинг, бильярд. Настольный теннис. Магазины. Смотрите, какой прикольный самолет. Hello. Thank you. Большой детский клуб у них. Hello. Детки занимаются. A picture. Видео. Видео. Yeah. Smile. Smile. Hello. Несколько этажей. Видите, здесь вот еще сверху есть хорошая игровая комната. Привет! Мы с вами поднимаемся на второй этаж. Комната активных игр. Здесь занимаются лепкой, рисованием. Стоят подделки детей, которые они делали. Маски. Картинки. Еще одна игровая комната. Смотрите, здесь на втором этаже. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот ребенок очередной. Ура, папа, папа, игрушки. Бери, бери. Да. Кинотеатр. И сразу же с детского клуба мы выходим на игровую площадку на открытом воздухе. Это крутые штуки, на них кататься можно. Замок. Очень круто, очень крутой детский клуб. С того, что я смотрел, один из лучших. Тут для детей продумано, очень много комнат, можно очень хорошо детям провести время. Здесь будет весело, интересно. Хотите на открытом воздухе, хотите внутри помещения, если плохая погода или солнце. Много качели. Всевозможные тренажеры для деток. Мне очень нравится. 16-14, тип номера Deluxe. Большая комната, большая кровать, плазменный телевизор. Покрытие здесь ламинат, коврики. Есть чайный уголок. Ванная комната. В данном типе номере два балкона. Один балкон с видом на территорию, и второй точно так же находится рядом. Боковой вид на море. Чайный уголок. Гардеробная. Есть халаты, тапочки. Сумочки. Ванная комната. Здесь две раковины. Есть весы. Есть ванна. Вот за такой дверкой у нас находится туалет. А здесь у нас есть еще душ. Душ тропический. Вечернее шоу программы здесь проходит. Ха-ха-ха!
шикарный бассейн. Хочется в него с разгона сейчас запрыгнуть и купаться. Посмотрите, какой он. Ого, какая у них высокая горка. Тут еще, оказывается, горки есть. Я не видел. Смотрите, какая высота. Есть такой грот, мы проходим и оказываемся в еще одном аквапарке. Здесь он больше. Вот, смотрите. И опа! Еще один бар. Очень много шезлонгов, зон для отдыха. Суперская аллея. Очень-очень она мне нравится здесь. Так чувствуешь себя комфортно. Как будто бы ты не в Турции, а где-то в Европе. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.